Итак, мы находимся рядом с той развилкой, которая заканчивает эту новую объездную вокруг Днепропетровск. И сейчас мы будем сворачивать в сторону Днепра. Как видите, начните направление на Кривой Рог, прямо и налево, направо на Днепр. В общем, за этот участок объездной температура 12628 км уже. У меня по суточному одометру 45-29, где-то 17 километров занял. Очень, кстати, такой эталонный участок. Тут и подъемы, и спуски, и ровные участки. Вот на двух участках мне пришлось даже на первую передачу переключиться. Вторая не утягивала. Вообще, пока весь эта трасса держится, но судя по тому, что я вижу, вот, кстати, характерное, вот это вот пятнышко возле темное, если увидите, да. Вот. После следующей зимы вот в этом месте будет яма. Вот. И таких мест по этой трассе, ну, уже прилично насобиралось. Вот, в общем-то, как и положено, 3 года, и дальше асфальт уходит. В лучших традициях отечественного строительства. Ладненько, будем продолжать. Сейчас мы уходим в город. Перестраиваемся на Донецкое шоссе. Объезжаем город по южной его части. Вернее, север. Мы сейчас по южной идем. По северной части объедем. И будем ехать опять в село Прешатравне.